В Ангарске состоялось открытое первенство Главного управления МЧС России по Иркутской области по пожарно-спасательному спорту. На Кубке Байкала свои умения и навыки показали более 80 участников. Вместе с сотрудниками за медали боролись юноши и девушки от 15 до 18 лет. За спортсменами наблюдал мой коллега Егор Сорокин. Кубок Байкала – соревнования, которые традиционно популяризируют и развивают пожарно-спасательный спорт и боевую готовность подразделений. В этом году в Ангарск приехали 9 команд из Иркутской области и Республики Бурятия. Также свои умения показали кадеты классов МЧС и члены дружин юных пожарных. Главное управление всячески будет поддерживать данный вид соревнований и развивать, продолжать традиции. Соревнования, значит, у нас по двум видам спорта. Это 100-метровая полоса с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. Одна из участниц личного первенства – Анастасия Щепина. Свои забеги выпускница Ангарской школы номер 39 имени Героя России Евгения Зиничева провела на высшем уровне. Ей удалось побить личный рекорд. По итогам соревнований Анастасия завоевала золотую награду. В этот раз я регулярно занимаюсь месяц, и вот результат. Очень приятно участвовать в таких соревнованиях. Это очень круто, это прямо заряжает. Я хочу поступить в МЧС, поэтому мне этот спорт очень важен. Я стремлюсь получать разряды и выполнить и кандидата мастера спорта, и мастера спорта. В командном зачете победителем стала сборная специального управления Федеральной противопожарной службы номер 12 МЧС России. Второе место занял коллектив Республики Бурятия. Замкнула тройку лидеров команда Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время.